What's going on, ladies and gentlemen? Welcome to Shisha Beyond Borders, and we're coming at you with a new video. A lot of cool stuff is going on in St. Petersburg, Russia, but you know what we're going to talk about today? We're going to talk about Siberian pack methodology. How they pack in St. Petersburg, Russia is not how they do it in Moscow, and it's not how they do in where he's from, okay? The Karo Pro, right? He is from this place called Kemerovo, all right, which is a place in Siberia. Now, he's gonna show us how to pack. One pair of pants later. Приступаем, значит, ко второй забивочке, подвинем сюда поближе кальян «Душа Фрэнки». Тоже новинка русского рынка, только с выставки. Поэтому будет интересно нам сейчас его опробовать в работе. Так вот, вторая забивка у нас будет совершенно простая, рабочая забивка, которую мы в основном практикуем, но с небольшими, скажем так, интересными моментами. Так вот, представим, так как мы находимся на рынке, на котором постоянно выходит много интересных новинок, нам очень интересно попробовать, что такое нашумевшая достаточно бузина чебаки. Чебака — это безакцизный продукт, так как он сделан из чайного листа с добавлением жидкого никотина. Нам интересно попробовать, это медиум, и это легко, это лайт, прям максимально лайт. Вот. И для того, чтобы нам было не скучно это курить и пробовать, мы сделаем послойную забивку. Очень много мастеров на русском рынке практикуют послойные забивки. Мы это сделаем для того, чтобы у нас была некоторая крепость, и нам не было скучно пробовать для чебака медиум, потому что для нас это действительно легко. Мы возьмем Dark Side Rare, Sweet Comet, и распушим его прям в пачке. То есть мы не будем табак доставать из чаши, вот как он сюда ляжет, так мы обратно его доставать уже не будем. Закладываем это на нижний слой. Почему Sweet Comet, объясню, потому что я думаю, по ароматике к бузине это будет не самый конфликтный аромат, я думаю, не будет сильно перебивать бузину. И добавим еще немножко Hype 2+1, один из моих любимых вкусов табака Hype. Он тоже не самый конфликтный вкус, не малина, например, да, там, не пинкман, те вкусы, которые прям, ну, сильно пробиваются, куда бы ты их ни забилась, там, вниз, вверх, чашки, они будут очень сильно чувствоваться, конфликтовать и становиться, скажем так, лидерами микса. А 2+1 – это более спокойный вкус. Докладываем его сюда тоже. So that hype is straight burly. And then also that Dark Side Rare is mixed between Burley, Virginia, and Oriental, right? Yes. Yes, and the hype is straight burly. Yeah. Okay. Okay. Соответственно, теперь уже, после того, как у нас внизу есть какая-то более-менее интересная, крепкая, да, основа, мы докладываем сверху интересный нам вкус, который мы еще ни разу не пробовали. Это чебака бузина. Okay. Looks like he's loading his bowl. Вообще стоит отметить, что мы, в отличие там от многих городов России, мы большие любители именно классических чаш. То есть не фанелов, не однодырых чаш, а именно вот как это сейчас называют в России — прямоток. В основном все, что мы курим на, вот, как я уже сказал, прямотоках, да? Вот, и порой для того, чтобы, скажем так, угодить разным гостям одним кальяном, приходится делать своего рода послойные забивки для того, чтобы они сначала там были полегче, потом покрепче или наоборот. Брэндон, как часто вообще ты сам куришь кальян? I smoke hookah every single day, sometimes twice a day actually. You know, sometimes I have a little lunch break and I go out and smoke a little hookah, and then at home I definitely pack myself a bowl. So twice a day would suffice. А вообще вот в городе, в котором ты сейчас проживаешь, в Катаре, много людей вообще курят кальян?
Well, absolutely. I think a lot of people at Guitar Smell Too Good. They do it all the time. But the way they do it is kind of primitive. It's a classic style way of smoking hookah, which kind of brings me to Rush all the time because I want something new and innovative, and this kind of packing methodology is fantastic for me. Так, в этой забивке у нас, ну, как и на любом прямотоке, я рекомендую сверху немножечко пробивать шилом для того, чтобы воздух проходил, скажем так, по всей чашке, то есть через всю, скажем так, табачную смесь. В итоге получается тяга хорошая. So it does it basically to kind of increase the airflow by pushing the tobacco up through the poker guide. Foil is drum tight, boy! Барабан. Drum tight. So we checked the airflow, everything seems to be good. The foil, the post looks good. Yeah. Мне тоже нравится фольга. Так вот, чтобы вы понимали, да, вообще это простая забивка, ребят, вот и все. То есть это просто, это рыхло, это без каких-либо заморочек. И самое главное, что это будет куриться. И это будет куриться без каких-либо заморочек. Здесь нам не обязательно подстраиваться под табак, да, если мы изначально берем какое-то качественное сырье, наши любимые какие-то табаки, которые мы уважаем, курим постоянно. Можем забить их по-простому. Так всегда это и работает. Берется обычная чашка, закладывается табак более-менее аккуратно, да, чтобы это было. Натягивается фольга, делается адекватная тяга, устанавливается адекватное количество жара. Вот и все. Это просто, это оптимально, и это по-сибирски, я вам скажу вот так. Вот, конечно, кто-то может подумать, что мы там любители в Сибири курить там ультражесткие кальяны, да, максимальные такие, чтобы прям вот убиваться, но в конце концов мы не так-то сильно и гонимся за тем, чтобы получить максимальный эффект никотинового насыщения от кальяна, да. Для этих историй есть фрегаты, там Доха, который тоже активно по всей стране в России добавляется в кальян, для того, чтобы такие шиша-бустер, условно говоря, да. Вот, а этот кальян, это... Как раз таки вот обычный, простой, оптимальный кальян, про который я говорил в самом начале. Но здесь есть интересный момент в том, что мы сейчас с Брэндоном попробуем вкус бузина, чебаки, и нам будет не скучно курить, так как мы домиксовали это все нижним слоем более крепких табаков, и по вкусу, я думаю, это будет очень прикольно. Сейчас ждем угли и будем раскуривать. So I have a quick question for him. Some people in other cultures criticize Russians for being too slow on packing a hookah bowl. What do you have to say about something like that? Я могу сказать, что да, Брэндон прав, на самом деле есть такое, что за рубежом где-то, особенно, ну вот, я сейчас Брэндон находится в Катаре, да, он прекрасно понимает, как там делается кальян. Там все по-простому, там все классически, да, то есть там на приготовление кальяна уходит 1 минута. У нас это несколько по-другому. У нас люди приходят за именно кальянным коктейлем, можно грубо так сказать, да. Они любят выбрать вкусы, им нравится подобрать под себя крепость. Дело в том, что те страны, которые забивают кальяны максимально быстро, да, там, где от заказа до именно уже курения проходит 1 минута, буквально 1 минут, да, там к этому относятся по-другому, там к этому относятся как к привычке, как к потребности курить. То есть ты пришел, сел, сказал кальян, и все, что тебе нужно сказать, это кальян. Это как заказать себе стакан воды, понимаете? То есть когда ты закажешь себе стакан воды, никто не будет спрашивать особо, там, в какое стекло тебе налить, там, какой там, я не знаю,
какая должна быть именно вода, там, какого, я не знаю, источника, там, так далее, там, потом, какого производителя. Тебе нужен стакан воды, и ты его выпьешь. И в этих странах это так и работает. Кальян там – это как стакан воды. Заказал, быстренько принесли. У нас к этому относятся как к блюду. То есть нужно подобрать крепость, нужно подобрать вкус. Интересно, на каком кальяне ты будешь курить. Некоторые там делают замечания, как они хотят курить. На фольге, на коллауде и так далее. Вот, именно поэтому, я думаю, в России курят, то есть забивают кальяны гораздо дольше, чем в других странах, особенно вот представители арабских стран. I agree though. Like honestly, Sava, like a lot of people like the speed pack in America. Like it's all about how quick you can pack Tangiers, how effective and fast or whatever, but I think it's more of a therapeutic thing. Like when I pack my bowl at the end of the day, I like to take my time. All right, do it right. Do it the way that I want it. And I think it kind of shows in the Russian hookah culture that if you take the time, it makes it even more special when you smoke it, right? Because you perfected the kind of experience that you want, and it really shows when you start smoking it. So that's just my opinion. Так, опять же, устанавливаем 4 угля. В данном случае это 25-й уголь, и в России достаточно популярный, потому что в России очень часто сейчас используют коллауды для того, чтобы курить кальян. Вот. Но так как мы будем греть без колпака, я думаю, ничего страшного не произойдет, что это будет не 22-й уголь, как мы привыкли, а 25-й. Вообще рекомендую использовать на фольге, на подобных чашках, да, подобного размера, 22-й угли, 4 штуки. Вот. Но так как греем без колпака, я думаю, ничего страшного не произойдет, кальян не перегреется. Вот. Также через пару минут перевернем уголечки, и буквально 5 минут кальян готов. Плюс ко всему, так как это чебак, это еще быстрее будет работать. Вот. Отдельное внимание хочу уделить тому, что так как раз таки это чебака, мы в принципе не накрывали бы в любом случае колпаком кальян, так как эти продукты такие более нежные, они требуют себе более такого обходительного, скажем так, подхода в плане жара, да, потому что чебака там, и это такие продукты, да, чайные в основном, которые я не рекомендую греть с колпаком, их лучше постепенно раскуривать, нежели чем прогреть хорошенько и сразу взорвать. Гораздо лучше прогреть постепенно, грубо сказать. Has this always, like another question I have is, has this pack methodology always existed within Russian hookah culture? Where how hard you want to smoke or how soft you want to smoke. I mean, I get the flavor aspect of it where people say, okay, do you want spicy? Do you want fresh? Do you want minty? Do you want this or that? But I want to know, when did people start like chasing the buzz, so to speak? Where did people want like to smoke hard all of a sudden? Did it always exist or did it become a trend later on in like Russian hookah culture? Скажу так, на самом деле умение курить кальян и курение крепкого табака – это не тождественное понятие. То есть многие там мои знакомые и друзья, которые курят легкий кальян очень долго, то есть они могут знать про многие крепкие табаки, разбираться в самих кальянах, им может быть интересна вся эта индустрия, но тем не менее они останавливаются на каком-то одном уровне крепости. И это не значит, что они не развиваются, просто для них это более комфортное курение. То есть если они попробовали крепкий, им не заходит, зачем им, скажем так, давиться, зачем им курить то, что им неприятно, если они могут несколько лет подряд курить легкие кальяны. И мы на самом деле и приучаем гостей к тому, что не обязательно заказывать крепкий кальян. Зачем? Закажите лучше полегче кальян, для того, чтобы он просто был комфортен. Вот, повторюсь, то есть умение курить кальян и курение крепкого табака – это не тождественное понятие. Но многие в России, именно вот в Сибири, да, действительно многие люди уже давно отошли от легкого кальяна, потому что, наверное, потому что люди хотят получить эффект какой-то, да, они расслабляются, отдыхают, и им в этом помогает крепкий кальян, а легкий – это просто дым попускать, провести время с друзьями, поболтать. Вот, действительно, как Брэндон сказал, много в Сибири любителей крепко покурить, но далеко не все, то есть все курят так, как им приятно, скажем так.
скажем так, и мы ни в коем случае не переучаем и не пересаживаем своих гостей на крепкие кальяны по одной простой причине, что вот, ребята, вы так долго курите кальян, давайте уже, наверное, нормально крепко покурим. Нет, если человеку комфортно курить легкий кальян, почему бы и нет? То есть он может курить всю жизнь легкий кальян, и это будет только хорошо, больше, я думаю, так даже лучше было бы. Вот, сам я не люблю легкие кальяны вообще, и все, наверное, мои там близкие друзья, там коллеги, ребята, с которыми я работаю, все курят выше среднего по крепости, как минимум, кальян, потому что мы любим получить действительно какой-то эффект с кальяна, накуриться для того, чтобы получить ощущение насыщения. Я думаю, потихоньку можно раскуривать. Очень интересный вкус, нашумел, я его еще не пробовал. Многие про него уже сказали. Чебака Бузина. Также хотел бы, ну, повториться по поводу кальяна «Душа Фрэнки». Новиночка. Интересно здесь то, что ребята совместили сразу несколько, скажем так, хайпов за последние 3 года в кальянной индустрии. Это магнитный порт а-ля Матпир, да, которые, собственно, были первые в этом отношении. Это спиралевидная шахта от кальяна Mamai Custom. И продув вверх по шахте а-ля Альфа-Хука. Вот, ребята об этом заявили открыто, о том, что вот есть такие-то тренды, все прикольно, но вот пришла душа Фрэнки, чтобы забрать все тренды и совместить их в одном замечательном кальяне и победить всех. Это очень интересный с точки зрения, опять же, продакшна кальян, и курится он весьма себе приятный, достаточно увесистая тяга, не самая легкая, не самая тяжелая, средненькая. Sexy. Абсолютно согласен. So I noticed the tray is kind of reminiscent of the Sun Pipe as well. That's another thing too. Вкусно. Я чувствую вот сверху вот этот интересный вяжущий немножко вкус бузины. И мне не скучно курить, опять же, несмотря на то, что здесь исключительно вот сверху чебака. Все равно чашка-то греется, правильно? Тем более мы курим на фольге и уже чувствуем и рейр потихоньку, и табак хай. Поэтому нам не скучно курить, это ближе уже к средненькому по крепости. Пробуй, Брэндон. Let's smoke hard. So I noticed already that there is definitely a throat kick. So it definitely kicks you in the throat, right? It tightens up a little bit here and it tightens your chest up, but it's relatively friendly. It's not something that is overly difficult or overly hard to smoke necessarily. However, the flavors are coming through really well. The heat retention of the bowl is perfect. And I could smoke like this for a while. It's rather pleasant though. It's really good. Что говорит Брэндон? I noticed the hype tobacco is pretty natural. It's actually really fucking good. That elderberry. Yeah. It definitely, I think this smokes a little bit differently than what it smells like in the bag. But it's good. It's rather a pleasant smoke for me. I mean, personally, I like to smoke a little hard, but not to the point where it's unsmokable. Unsmokable. Now I've ran into this with several brands, like Duff Tobacco was really hard for me to smoke in the past, but I think it's the way I packed it that might have changed the way it smoked. But relatively, this is
This is not too hard, actually. This is actually pretty good. Outstanding. What a great ball. Packed by the infamous Carl Trobe. The man, the myth, the legend, this guy knows how to pack a bowl. Fantastic. I love it. I love it. Thank you. You should hang out with me more often. Да, реально, охуенный кальян, что ты скажешь? I heard when you prepare hookah, you do this like waterfall effect like backwards. Yeah, see like that. To kind of give the illusion of more smoke, like it's blowing you back. There you go, see like that. It's rather interesting. Let me try to. Let me try that. So how does Carl do it? Whew. I can't do it like you. So what we're gonna do next, we're gonna bring this hookah over to the table, let people sample it, we're gonna pack another bowl. And evidently this one's gonna be scary. And don't forget, like, comment, and subscribe. Please, please, please do so. Thank you so much. Я думаю, те, кто посмотрит это видео, потому что это выложу на канал именно я, да, они и так знают, что делать, но а люди, которые являются представителем других стран, да, за рубежом, если вам интересен наш продукт, чашки Серфболлс, контакты будут в описании к этому видео, мы всегда готовы пообщаться. В конце концов, даже при наличии языкового барьера, мы находимся в 2019 году, у нас есть Google Translate, вот, и мы всегда сможем с вами найти общий язык, рассказать о своем продукте и, соответственно, обеспечить ваш рынок своим продуктом. Вот, и, собственно, подписывайтесь на канал Брэндона, оставайтесь на связи. Спасибо. Спасибо. See you later.